Всем привет! Слушай, мне телефон тебе давать или как? Конечно. Окей, сейчас. Всем большой привет! Ой, тут плохо видно. Мы на канале Ольга Новоросская. Сегодня крещение. Поздравляю всех с таким прекрасным праздником. Дай Бог вам здоровья, всего-всего самого хорошего. Приехали в церковь на купание в проруби. Ну, не проруби, а в специальном месте. В сумку положи, руки. Вот наша церковь. Я, короче, два раза буду купаться. Я потом тоже переоденусь и тоже буду купаться. Так, сынок пошел. А потом еще хочет в море пойти искупаться. Ну, сегодня у нас плюс 16 градусов. Если бы не ветер, было бы очень тепло. Ой, как классно! Красота! Ну да. Ну да. Так, все, давай тогда переодевайся. Народ идет, и старый млад, все купаются. Очень красивое место. А именно сочетание моря и церкви мне очень нравится. Свежесть моря, такой запах шикарный, воздух чистый. И все это вообще в такой праздник действительно настоящая благодать. Показывать не стала, как я ныряю, но я три раза нырнула. Так что сейчас одену капюшон, чтобы мокренькой не быть. Ой, какая сегодня погода замечательная, вообще шикарно. Сейчас поснимаю чуть-чуть море и поедем домой. Небо синее, синее, море синее, синее сегодня прям.
Да, море не получается снимать. Здесь столько интересных кадров. Очень хорошо продуманы раздевалки. Вот женская раздевалка, мужская. То, что рядом с купелью, далеко бежать не надо. Я думала, что раздеваться надо бежать на пляж, а потом сюда. А здесь вот хорошо все сделали, придумали. Шикарно. Церковь на берегу моря. Чайки вдалеке. Вот такое красивое у нас место в Новороссийске. Ну, все знают эту церковь, которая находится на бульваре Черняховского. Рядом пляж Нептун. Нептун называется в честь кинотеатра Нептун, который тоже находится рядом. Очень хороший райончик. Часто сюда приезжаем, гуляем. На сегодня все. Всем пока. Еще раз с праздником.